хочу стать примером того, о чем сегодня здесь говорили. Хотя я не слышала, мне об этом сказали. Я послушаю на неделе. Я получаю эти послания, когда просто у Бога спрашиваю, что ты хочешь кому-то сказать, и начинаю их писать. И так складывается, что я получаю их в первую очередь себе. Это как кран открыли, и сначала кран стал мокрый, а потом уже раковина или все, кто им умываются. Поэтому, когда мне задают вопрос, а вы пророк? Я не знаю, как на него отвечать. Ну, потому что каждый из нас такой же пророк, как и я. Вот поэтому я хочу высвободить эти слова для вас сегодня. Сегодня, в век высоких технологий и интернета, на многие вопросы можно найти ответ. Но есть такие вопросы, на которые никто, кроме меня, тебе не сможет ответить. Я послал в твою жизнь много разных людей, но лишь с той целью, чтобы они показали тебе путь ко мне. Познакомили нас, и теперь наступает новый этап, когда я буду говорить тебе в сердце, громче, четче и конкретнее, чем раньше. Будь внимателен к вопросам и ответам, которые я буду тебе давать. Ты напишешь много книг с тем, что получишь от меня, и это станет ответом очень для многих. Секрет бестселлеров в том, что там самые наичестнейшие вопросы раскрываются. Самые насущные вопросы раскрываются самым честным образом. Чем более честный ты с собой и другими, тем больше результатов мы сможем достичь. Тебе не нужно быть идеальным, но лишь стремиться к этому всем сердцем. И если очередной раз оступился, не теряй ни минуты в горечи и печали об этом, а сразу вставай и иди дальше. Иди по направлению от хорошего к лучшему. И чтобы не встретилось на твоем пути, помни, что у тебя есть Отец, любящий твой Папа. Любимый мой сынок, если я забочусь о малых птицах, то тем более для меня ценен ты и твоя жизнь. Я сотворил тебя для любви. Никакой твой поступок не сможет изменить моей любви к тебе. Твоего раскаяния достаточно, чтобы абсолютно навсегда я забыл о каждом грехе, который ты почему-то продолжаешь мусолить, носить за спиной, как рюкзак, и с чувством вины. Сегодня я хочу подарить тебе свободу от этого и сказать, что как твой любящий отец, я никогда не обвинял тебя и не буду осуждать и наказывать. Я тот, кто любит миловать и прощать. Я тот, кто щедр на любовь без всяких условий. Я сам понес твой грех и наказание за него на себе, чтобы ты мог иметь жизнь и жизнь с избытком уже сейчас. Просто прими мое прощение и не будь выше меня. То есть прости себя за все, за каждую мелочь и за самые большие серьезные ошибки так же, так как я тебя люблю уже сейчас, так же, как и раньше. Я пришел в твою жизнь, чтобы восстановить, чтобы покрыть каждую нужду, чтобы исцелить каждую рану и вдохновить на новые идеи и созидающее творчество. Когда тебе плохо или ты устал, я хочу подарить надежду и наполнить тем, что сейчас не достает. Каждый раз, когда эмоции выходят через край, а гнев и ярость превышают все лимиты, я хочу прийти и дать покой. Мир в душу, изменения в ситуацию. Я хочу наполнить тебя любовью к людям, которые ты в свой адрес еще никогда не переживал от людей. Но ты сможешь так любить людей, потому что переживаешь такое прикосновение с неба, что это наполнит до избытка и потечет через тебя нас всех, кто окажется рядом. Не бойся этого процесса. От любви никогда и никому не придется страдать. Истинная любовь всегда побеждает и исцеляет всякую боль. Бог не будет давать камень, когда вы просите хлеба. Если вы просите у кого-то, у Бога, скажи, что ты хочешь сказать этому человеку. Он не даст через вас камень. Он даст слово вдохновляющее, он даст слово вовремя, он даст помочь почувствовать что-то, что нужно сейчас сделать для этого человека. Пробуйте. Бог не будет бить за ошибки. Пробуйте, и у вас появится большая радость от того, что вы сделаете.
И я очень нуждаюсь в каждом слове благодарности за что-то, когда вы что-то получили. Вот сколько бы раз я сюда не выходила, что бы я ни писала, для меня каждое ваше слово имеет большое значение. Поэтому вы не скупитесь мне на благодарность и сами делайте это. И не бойтесь спрашивать реакцию этого человека, что это для него значит. Может, сегодня он еще не понял, но завтра позвонит и скажет: «Ой, это было мне про потом». Спасибо. Я хочу поблагодарить Анечку за то, что она делает то, что она делает. Давайте поблагодарим, друзья, потому что это действительно ценно. Это Божий дар. И знаете, я хочу просто каждого из нас вдохновить, чтобы мы были собой. Потому что это то, как она получает послание. И чтобы каждый из нас... Я хочу просто сказать, что мы недавно, когда провожали Пэм, нам на школе ей подарили цветы, букет цветов. И она говорит: «Я бы так хотела с собой забрать». Я говорю: «Так давай заберем в аэропорт и будем подходить каждому и дарить цветок и говорить какое-то слово». Она говорит: «Давай». И мы забрали в аэропорт и пошли так подходить к каждому. И вы знаете, мы не говорили много слов, мы говорили просто благодарность. И реакция у людей была сначала такое, вот они так как-то не ожидали. Потом нас стали спрашивать: «А что за акция у вас? Какая акция?» Никакой акции, мы просто хотим поблагодарить вас за то, что вы делаете. Хотим вам сказать, что вы прекрасны, вы удивительны. И это не были какие-то, может быть, сложные слова, которые мы получали для каждого человека. Это просто была благодарность. Это было слово вдохновения. И вы знаете, каждый, к кому мы подходили, начинал улыбаться. Это было утро. И вот я хочу на эту неделю вдохновить каждого из вас, чтобы мы могли кому-то сказать доброе слово, кому-то сказать «благословляю». Вот Сергей мне на прошлом служении сказал: «Я тебя благословляю». Вы знаете, для меня это очень много значило. Одно просто слово. Вовремя. Очень много значило. Я хочу, чтобы мы сейчас могли подняться и повернуться друг к другу и сказать какое-то слово. Потому что вот эти цветы, которые мы дарили и говорили о том, как человек прекрасен, в каждом из нас есть удивительное что-то, драгоценность. Просто скажите два слова, не надо молиться за человека, просто скажите, какой драгоценностью является для вас этот человек. Просто два слова. Thank you.